Каждый из нас формирует свою судьбу с детства, и Михаил Мильни стал исключением. Родившись в обеспеченной семье, он получил хорошее образование. С ранних лет его мечта была стать авиаконструктором, что отразилось в его детском дневнике. «Я родился в 1909 году в Иркутске. С 7 лет я увлекался науками, анатомией, астрономией и химией. Участвовал в конкурсах авиамоделистов. На первом курсе Томского технологического института его числили из-за социального происхождения, так как приоритет имели дети, крестьян и рабочих. Однако он не сдался, нашел работу на кожевенном заводе, где приобрел важные технические навыки. Позже с хорошей характеристикой поступил в Донской политехнический институт, что открыло ему путь к мечте. Этот опыт показывает, как трудности могут стать ступенью к успеху.